Опля. Ой, только разговаривать хотела начать. Кто-то пришел. Моя куколка не проснулась. Видимо, чихнула, идет носик сморкать. Мы их тут приучаем. Все, сморкаться, руки мыть постоянно, все. Ой, все время, все эти 2 месяца об этом только им и говорили. Блин, хотела начать с хорошего. Ай-яй-яй. Хотела сказать, какое все-таки плюс огромный работать дома. Хоть тяжело. Привет, мой ангел. Как дела? Нормально. Иди, я еще полежу немножко. Иди, моя рыбка. Вот, хоть и работаешь больше, чем в бюро, все-таки не позволяешь себе столько отдыха и столько перерывов, как на работе, потому что все-таки... У меня, по крайней мере, в голове так. Если я здесь, значит, должна работать, доказать, что я работаю, а не просто, говорится, прихожу, отсиживаю свои часы, как на работе. Вот. Но есть свои, конечно, минусы, есть свои плюсы. Вот для меня сейчас плюс то, что у нас рынок. Я поехала на рынок, купила все, что мне нужно было. Заехала в булочную, купила круассаны деткам на завтрак. Кому круассан, кому хлебушек с шоколадом. Вот. И примчалась, мне вот сейчас на работу. Да, через 10 минут мне надо уже работать начинать. Пока есть 10 минут, покажу вам, что кое что, что купила на рынок, съездила. Поменяю обувь, потому что надо будет пойти курочек открыть. Где моя тут сменная обувь? У меня же обувь для дома, для сада, для огорода, для лучше для огорода. А почему-то бассейн не включился. У нас почему-то не это выключается постоянно бассейн, что, видимо, с электричеством не то, нужно будет переделывать. Вот, он сам выключается. Что-то он в это второй день не включается. Вот к чему я, что купила опять. Поехала просто за зеленым салатом. Ну, как всегда, я накупила разных всяких этих растений. Здесь у меня получается зеленый салат разновидностью. Здесь 12 штучек. По-моему, так. Вот. И два разных салата зеленого. Вот. И здесь... А это я купила дыньку. Посажу дыньку. Не знаю, где место буду искать, но посажу. Найду. Каждый год нахожу место. Это у меня сельдерей, где я посадила. Я очень люблю вот эти вот палочки кушать с куриным филе. В салатике очень вкусно. Вот. И... Это что? Это 2 вида капусты. Где какая, не знаю. Он мне смешал. Ну ладно, посажу, так посажу вместе где-нибудь. Здесь у меня капуста брокколи и капуста, цветная капуста. Вот. Так что нужно будет все это дело посадить теперь. Ну, это на завтра. Сейчас водичкой залью, чтобы оно у нее не подсыхало. И завтра, наверное, посажу. Вот. Так что поехала за одним, а к себе набрала. Но не могу мимо растений просто так пройти. По-другому не получается. О, пойду сейчас открою курочек. Ой, не в ту сторону. У нас такое солнышко. Такая теплынь. Я вам что-то не показала. Я вам не показывала мои растения. Розы, видите, как пропадают после дождя. Нужно все срезать. Здесь сожрали, заразы, все. Все сожрали мои цветы. Эти улитки и лизуны. Не лизуны, как их? Лимасы. Господи. Забыла. Этот... Улитка, но без домика. Как она? Слизняки, господи. О, смотрите, моя красавица. Это же моего сыночка на рождение. И на рождение моей дочечки. Смотрите, какая красота. Такой букетище здесь у меня. Обалдеть. Это хорошо растет. Здесь все хорошо растет. Здесь все хорошо растет. Там мое бюро. В полном бардаке. Цветочки мои. Розочки. Ну, огород я вам показывала. Пока что еще ничего не изменилось. Вот, где же я буду место искать? Найду. Я такой человек и нахожу. Главное иметь растения, а там уж я найду. Все, пошла работать. Сейчас кофе наливаю и за работу. Работа, как всегда, у меня непочатый край. Пока кофе буду сидеть. Пока в голове, знаете, задержится информация, хочется ее рассказать. Потом я забываю, у меня память короткая. За это пока, говорится, есть, расскажу. Потому что мне уже спрашивали по поводу выборов, по поводу теперь моей деятельности депутатской.
Но поэтому я думаю, надо все-таки взять отдельным видео. Или же на прямой эфир я сразу выйти, потому что вопросы я все-таки буду задавать, хоть буду сразу отвечать на них. Моих выборов. Депутатская должность. Да, депутатская должность я приступаю в эту среду. Вот, потому что до этого момента мы нас выбрали, но мы еще были не избраны. Вот так. Потому что как начался карантин, и мы не могли сделать собрание, чтобы избрать, выбрать комиссии, этих заместителей мэра. Вот, и все как было, так и осталось, получается. Как бы знать, что мы выбраны, но как бы и не избраны. Вот так вот. Ну, со среды, как бы я уже, получается, буду депутатом официально. Вот, так что к чему я? Да, к тому, что все-таки, знаете, по поводу депутатства, я, конечно, заметила большую разницу после того, как я, получается, была с мэром в списке, в группе, плюс нас избрали. Вот, я вижу, что много чего поменялось. Поменялось в какую сторону? В лучшую. Потому что некоторые люди, которых я... которые нам в мэрии были, как бы вот эту мою ситуацию, говорится, видели, что у нас было с моими соседями, знаете, я же не ходила, не ныла, не рас, говорится, сопли не распускала, не рассказывала этой ситуации никому. Другой человек распуск слишком много, как бы хотел, он хотел меня унизить, хотел меня поставить ниже, говорится, плинтуса, чего у него не получилось. Вот, я представляю, что было сказано, мой адрес, сколько гадости было сказано, как было все это перевернуто. Вот, потому что многие люди просто-напросто, я замечала, что держались сторонкой от меня. Вот просто держались сторонкой. Вот это я болезненно переносила. Не то, что там на меня наклеветали, мне было пополам-то. Я очень болезненно переносила то, что люди совсем изменились ко мне по отношению. Тем более я все-таки была беневоль, я много людей знала. Я прям чувствовала, чувствую, как люди как-то с холодцом ко мне. Сейчас же люди поняли, кто есть кто, говорится, who is who, как нас смеются в России, who is who, вот, правильно, ху-ху, вот. Так что люди поняли, кто я на самом деле. И прям вижу по-другому, люди со мной разговаривают, улыбаются, общаются, здороваются. Все-таки для меня это большие перемены, и для того, что люди вокруг меня увидели меня другими глазами. Ну, вот это еще во время карантина, что все, как я же говорю, моя фамилия была на устах у многих, Галина, 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 мадам такая-то, мой номер телефона гулял по рукам, чтобы маски раздать, люди обращались ко мне за бесплатными масками, да, сейчас скажут, вот ты ноешь, я не ною, не ною я, вот. Я делюсь своими откровениями, своей души, что я устала. Я никто не могу сказать, что я устала. Я прям сейчас, ой, ладно, не буду, а то сейчас я в положительное перейду на злое, ладно. Вот, так что, кому не нравится, что кто-то видит в том, что я говорю ною, Бога ради, идите дальше, идите, идите, не нужно вы мне здесь такие, говорится, нервомотатели. Вот, я не ною, я просто говорила, как что на самом деле я уставшая была, да, и меня это выматывало. Видите, по моей, извините меня, роже, какая она у меня уставшая. Я теперь надо 2 месяца, говорится, не спала, мне теперь надо будет 1/2 года, чтобы восстановиться, отсыпаться. Я все время уставшая, блин, глаза болят. Вот, так что, к чему я, да, к тому, что люди увидели, кто я на самом деле, какой я человек, что я бескорыстный, безобидный и наоборот всем помогающий человек, совсем по-другому я посмотрю. Ну и плюс, конечно, то, что депутат, мэр просто-напросто неизвестно кого не возьмет с собой в команду. Вот так. Так что довольно счастлива. Да, к чему-то, что я была на рынке, и ко мне подошел Маск, да, казалось бы, кто там угадывает, что-то. Подошел ко мне полицейский наш, этот полис-муниципаль, и мне отдал документы на рынке. Он говорит, о, говорит, таким образом надо будет мне к вам ехать домой, вот, чтобы на собрание вызывают нас. К
Почему? Потому что этот же самый полицейский, я прям видела, я прям чувствовала, тут прям одно время здоровался, все еще, как-то я же со всеми здороваюсь такая, человек со всеми здороваюсь, спрошу, как дела, вот, а то прям я чувствовала, что он избегать мне начинал, избегать. Я не могла понять, как люди могут поменяться от одного общения с каким-то другим человеком, который пытается облить гадостью только для того, чтобы себя выставить идеальной и меня, как говорится, унизить и запихнуть в группу как можно глубже. Но этого не получилось. Не получилось, никогда не получится. Никогда этого не получится ни у кого. Потому что я человек такой, как есть. Говорится, вон там наверху нас видят все. И, говорится, всему приходит свое время. Вот и приходит всем, говорится, гадостям людским расплаты. Вот, и к тому, что он тоже вот он мне прям избегал, а то «Бонжур, здравствуйте, вам документы», с добрым таким общением. Я с ним поговорила, постояла, спросила, как дела, как с карантином, все происходит, все. Вот. Наконец-то возвращается то, что было раньше. Наконец-то. Когда меня все... Не все, но много людей знали, всегда со всеми общалась, здоровалась. Вот. И я же говорю, у меня был период очень тяжелый. А теперь все возвращается на свои места. Вот так вот. Так, ну что, готово. Не совсем, правда. Сейчас. Кофеечек наведу себе, попью. И поедем на работу. Поедем вместе. Покажу дорогу, поболтаем. У нас сегодня солнечно, теплышко. Забыла. Вчера выставила размораживаться на ночь. Надо будет мне приготовить. Хочу сделать какой-то... Не, кабачки нет. Баклажанную. Очень хочу. Тем более у меня лишь такая огромная. Почка. Так что надо сейчас не буду ее. Сейчас-то не смогу, сейчас на работу поеду. Когда сейчас буду делать? Господи, во, блин, головная боль. Пришла мартышка, попила водички. Теперь что она будет искать, а? Так, люблю наблюдать за птичками. Здесь у нас часто, регулярно. Что на жипуре вон там сзади. Еще одна попрыгунья, стрекоза. Хап-хап-хап-хап. Ну и куда ты? Ёпля! Что там ты у меня высмотрела? Что ты там меня утащишь? Что самое интересное. Улетели. Улетели. Так, что? Поехали на работу со мной? М? Али, всем хорошего дня. Поехали. Спят мои. Осторожно, вираж, поворот. Осторожно. Приехали. Оп. Все, рабочий день у меня. Опля. Начинается. О, мерда, что же нажала, не то-то. Блин, только вот здесь у меня солнышко будет мне мешать. Слишком много солнышка в моем. В моем ателье, точнее в моем бюро. Так что апля за работу. Достаем мои полочки. Так, отсюда. Ой, документики. У меня теперь мобильная. Беру, так скажем, перевозную, да, переносную. Так это у меня. Так что, оп. За работу. Всем хорошего рабочего дня. Али, у меня перерыв. Господи, лохматая сейчас это. Ой, какая лохматая. Разгоряю об телефоне, дурная привычка к телефону разговариваю. Вот так вот достаю прям волосы один за одним. А за одним вот так вот как бы сконцентрирую. Знаете, это мне подкручивает концентрацию. Каждый раз так, как я... Сгариваю по телефону. Да и, честно говоря, я не расчесываюсь. Потому что у меня сегодня парикмахер. Хочу показать, как они натуральные волосы. Видите, какие они у меня?
когда они расчесаны. Вот где-то подкручиваются, где-то вот так вот лохудра висят. Тут странные, удивительные волосы. Вот, так что сегодня мне парикмахер, поеду, покажу. Хочу сделать стрижку, что она мне подскажет, посоветует по этому поводу. Что с моими такими вредными волосами? Красить, не красить. Короче говоря, нашла парикмахера, который именно занимается стилизированием, не знаю, как правильно сказать, который вам посоветует с ног до головы, как говорится, ну, всю голову вам сделать, которая именно подходит к вашему образу, к вашему возрасту, к вашему стилю, всему остальному. Так что поеду после обеда. Из-за этого я такая лохматая. Вот. Тут скажете, опять лохматая, опять некрасивая, опять неухоженная. Девчонки, мальчишки, ну, не знаю, как сказать. Ну, такой я человек. Мне как-то моя вот эта, как сказать, мой имидж, моя картинка для того, чтобы кого-то удивить, показать, какая я прекрасная. Мне это нет, мне это не интересно. Мне другое в жизни интересно. Детям дать что-то. Не знаю, там для дома сделать что-то. Вот это мне интересно. А вот себя, говорится, рисовать, мне это нет. Мне это не интересно совершенно. Я люблю такая, какая есть. Конечно, я тоже там не хожу прям вообще лохудрой, там, не знаю, не накрашенной, тоже, как и все, но подкрашу реснички. Иногда бывает, находят на мне бровки покрашиваются. Я ничего не делаю, кроме ресничек, чтобы она видела, каким у меня цветом было брови, чтобы она мне под меня все сделала. Натуральную. Так себе, так скажем. Вот то, что я. Я знаю, некоторые мне пишут у меня сообщения, что ты там лохудра, ты там некрасивая. Я такие удаляю сообщения. Если кто замечает, конечно, раньше, когда я удалю, читали, мне уже писали, Гал, как ты можешь не реагировать? Вене? Все, звонят мне. Работа, девочки, работа. Ой, эти звоночки. Только разобралась, говорится, отдохнуть, передохнуть, кофейку попить, сами поболтать. И не получилось. Опять звонят. Так что в этот раз иду тебе кофе наводить. Вокруг дома пробежаться. Я так и делаю. И приседания. Каждый раз приседания, девочки и мальчики. Каждый раз продолжаю мои приседания. Вот, и что, чтобы попик накачивать. То, что вы сами видели, что мне похудело, и попик сдулся. Чтобы попик надулся у меня. Чтобы животик был такой ровненький. Короче говоря, ну, для здоровья тоже. Ура, ура, девочки, мальчики, наша помощница пришла. Наша Нелли пришла, такое счастье. Мне много ведь и не надо. Главное, чтобы пришли, помогли. Ой, такой довольная, будет чистенько в доме сегодня. Обалдеть. Честно говоря, мы загадились, хоть и там немножко одно пылесосил, но все равно, знаете, грязно было. Честно говоря, она бедная там драйт. Скажет, ну засрались. Ну хоть, ну я и сказала, пока вы смотрите, я то сделала, то убрала. Теперь проще будет убирать. Ну, вот. Так, ну что, помчалась я к парикмахеру. Готовы к изменениям? Поехали. Та-дам! Вот мое изменение. Конечно, мне не нравится, как меня причесали, так скажем. Укладку сделали. Вот. Так что завтра помою, точнее сегодня помою голову, а завтра сделаю новую укладку и посмотрим, что получится. Ну что, кто что скажет, плохо, хорошо. Мне что нравится? Краска. Смотрите, как хорошо меня покрасили. Как будто бы вот мои там корни, вот, и такой вот не сильно белый, ну, светленький, но не сильно белый, вот. То, что мне нравится, вот такая вот краска, молодцы. В этом отношении я сразу сказала, хочу светленький, но мне чтобы было не так, как у меня, вот, как из автографии раньше, чтобы я не каждые, блин, 2-3 недели красила волосы. Вот, так что молодцы насчет покраски. Ну, конечно, все подняли цены. Очень дорого. Я думала, ну, в районе 60 с меня возьмут за то, чтобы подстричь, покрасить. Но они взяли гораздо, ну, не гораздо больше, но все равно больше. Вот, и все, и свекровь тоже пришла, тоже, говорит, очень дорого. Ну как, нравится? Да. Тебе нравится? А тебе не нравится? Он разный гарсон. Рафаэль говорит, о, можно сказать, ты мальчик. Не нравится, Алис? А что тебе не нравится? Ура! Так нельзя, папа!
Ой, ты мой помощник. Умничка. Папа, нельзя так себя вести с ребенком. Обливай, обливай его, обливай, 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 обливай. Алиска понимает, Рафаэл не понял. О, ça va. Elle est déjà bronzée d'ailleurs. Tiens, hop. Моя сирена. Моя, как не сирена, как по-русски-то? Русалка. Бедненькие, у них ножки не доставят до пола, и они далеко от берега не уплывают. Замерзла? Вылазь, вылазь, прогрейся. Иди погрейся. Да нам помыть террасы в кун. Лавля терраса, и катерла. Да?